Тува приняла участие во Всероссийском дне бега, которому по традиции будет посвящена акция «Кросс-нации». Как сообщили в Министерстве по делам молодежи и спорта региона, соревнования провели в минувшее воскресенье. В соревнованиях участвовали все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Отметим, что организаторы предусмотрели 5 дистанций – от 1000 до 12 тысяч метров для каждой из возрастных групп. Кроме того, в программе спортивного праздника был и так называемый VIP-забег на расстоянии 2017 метров, символизирующая текущий год.